Итак, всем привет! Меня зовут Толкан, мне 21. На данный момент я живу в Южной Корее, обучаюсь в университете Корео на факультете Media and Communication. Свой путь по изучению корейского языка я начала еще в 2012 году, когда я была в классе, наверное, 10. Все это началось летом, когда я заинтересовалась корейским языком и пошло-поехало. Я захотела поехать в Южную Корею, как уже студент. Этот путь занял, конечно, немалое время, лет, наверное, так и 5. Но, как вы видите, я все-таки сюда приехала. И с февраля 2017 года я стала уже регулярным студентом в университете Корео и начала свое обучение. Свое самое первое видео сняла еще в 2016 году, в ноябре или в октябре, когда я в первый раз купила камеру, когда я еще была в Алматы в Казахстане. Но я осознала про себя, что я хочу снимать видео уже в Корее, когда я стану студентом университета Корео. И вот я приехала в прошлом году, в феврале, и с самого первого дня начала снимать свои видео. Первые влоги про университет, первые влоги из Сеула, интересные челленджи с моей подругой. После этого каким-то образом я начала снимать реакции, которые продолжились еще другими реакциями. И в этот раз у меня появилась такая прекрасная возможность сделать такой прекрасный проект с организацией Кофис для будущих студентов в Южной Корее. Я очень надеюсь, что через эти видео вы узнаете много чего про Корею. И надеюсь, вам будет интересно. Увидимся в следующих видео.